привет из очень солнечного и душного сегодня Дагестана. Мы пришли в первую кофейню, очень мило, называется Twins. Конечно, все будет в постах. Дела. Взяла себе колбру с мороженой. Вкусненько. И еда здесь очень классная, мы уже просто все почти съели. Мою еду, что я не смогла съесть. Сейчас пойдем мы еще в одну кофейню и дабл. Сниму вам мини-рундурчик. Ванну пока показать не могу. Мои вещи на входе, мои носки на входе. Все прочли, все поняли. Вот, короче, комната. Комната классная, необычная. Там выход на балкон. Ну, балкона как такового особо нет. Но есть вот два стула. Можно их туда поставить, посидеть, попить кофейка, чайка. Большая кровать. Шкаф с зеркалом. И входим в зал. Также большой зал. Тут из старенького, что плохо, только диван, потому что все остальное прям, ну вот видите, такой новый, современный вид, кстати, классный вообще на горы. У нас 11 этаж, вандер работает. Все прибамбасы есть тут, все мега технологичное. Вот диванчик только такой, типа, более старенький как будто бы. Но я под утро спала на нем первый день, потому что невыносимо жарко, и кондёр справляется только с одной комнатой. Такие дела. Мы идем обедать в пекарню. Сонька? Не Сонька. Чинадос? Мы пришли в ресторан Папаха. Я мамаха. Места были только на улице, это уже кончилось. Всем хай, провинциал и москвичи, так и будет. Новый день, новая жизнь. Смузи «Розовая мечта» и «Моя мечта». Мы идем на пляж. Мы уже посетили две кофейни, наделали миллиард фоточков. Для меня. Для него немножко. И чуть больше для кота. Такие дела. Я принцесса. Опять я попискиваю. Низкое дерево, все как я люблю. Проходим вот так. Это Аленка и шоу «Разрушители мифов». Смотрите, на самом деле важный пункт, лично для меня был важный, что пляж в Махачкале все-таки есть нормальный, и тут люди купаются. Ну, абсолютно как на любом пляже в России. Я даже с собой взяла кимоно шортиками, чтобы в случае чего, ну, резко типа раздеваться и бежать в воду, если будет такая возможность. Но по факту я тут одна в шортиках и кимоно. То есть все люди прям... Он мой муженечек вышел. То есть все люди прям в трусах и... Ну, вы поняли, все в купальниках, все супер. Но главное, кроме как тут, нигде больше так не выглядеть. А тут вообще без проблем, куча женщин, вообще загорает как хотят. Такие дела. У меня вкусный смузи. Наконец-то мы будем загорулькать. Я добыла 800 рубликов. Большую штуковину. Буду плавать. Ну не могу я не пищать, когда такое великолепие со мной идет. Мой муж меня обузирит. Он плавает на моем круге дольше меня. Что? Что? Я с его кошелечку добила круг. Он обузирит меня. Скиньте донаты на второй круг. Ехаем. Мы идем кушать. Мы ехаем. Мы ехаем кушать. Так, ну как минимум по интерьеру. Ресторан я выбрала удачно.
Мы сейчас на террасе, 13 этаж. Конечно, можно было сесть и внутри, но кому это надо? Вообще, ресторан там просто огромный. Но мы выбирали очень долго местечко с видом на закат. Он болтает с моей мамкой. Итак, мы выселяемся из первой квартирки. Все время вам забываю что-то снять, потому что пытаюсь снимать контент в Инстаграм. Сейчас поедем покушать, заселимся во вторую квартирку и поедем в путешествие. Надеюсь, там вам много-много поснимаю, чтобы хоть было вам интересно пялиться не только на меня. Что не так? Что-то не так? Сегодня я египтянка. Такие дела. На самом деле у меня спрятаны бигуди. Я решила ходить сегодня вот так, пока их не развяжу. Перекус таксиста, чек. Такая красотульность. Номерочек не дешевый, но зато очень милый. Там наверху постель. Мистер Круг. Сиреневее, чем все вокруг. Вазочка. Надеюсь, будет, чтобы мне поставить. Это была самая большая мечеть в Европе. Мечеть. Вот так напишу название. Боюсь ошибиться, некрасиво будет. Идет дождь. Очень долго делаю эти кудри. Очень надеюсь, что они продержатся еще хотя бы один город, еще одну мечеть. Такие дела. Жду мужа, потому что у него экскурсии подольше. Мне же не везде нужно ходить. А пожар после войны так красиво светится ночью. Вот Грозный сидеть. Обзорчик вам Грозного. Что мне вам рассказать? Чечня, конечно, очень красивая. Я очень хочу в ТЦ вот в этом. Но не забрала на мою душу, не забрала. Дагестан ее не отдал. Хотя, конечно, мы еще только во втором городе, сейчас еще будет третий, но красиво. Грозный. Красиво, конечно, очень. Не верьте птичкам, поющим. Это включенный звук. Мы в парке цветов.
Здесь более 500 видов цветочков растет. Сердечки для подписчиков. Ну, вы поняли. Хочу только же сердечек на этом видео от каждого. И вот такая третья заключительная мечеть в нашем списке. Очень необычная, очень красивая. Еще один платок. Очень красиво. Прям очень красиво. Самый вкусненький десерт в этом мире. Самый вкусненький муж. Начну с мужа. Какие дела? Мы в Каспийске на пляже. Особо не буду снимать людей. Но мне здесь нравится больше. Как-то спокойнее, лайтовее. Не знаю даже, как объяснить. И волны такие сильные, так весело с ними бороться. Снимаем фильм о спецагентах, которые борются с волнами ради спасения Каспийска. Думаю, выйдет 3 августа на всех экранах, возможно, в 7D. Мы еще не уверены, но, наверное, 7D все-таки. Андрей там борется с волнами. Он даже смирился со своим сиреневым кругом, не переворачивает его, чтобы казаться помужественнее. Вчера был день рождения мой. Я ничего не снимала, по-моему, вообще. Может быть, сейчас вот натыкаю вам небольших моментов. Спасибо. Спасибо. Как это было? I tell that to me. У хороших блогеров снимаю отель в момент, когда уже выселяемся из него. Ресепшн. Да, с номером мы уже выселились, ждем такси, хотим поехать на джипинг. Хотя нет, это называется просто на квадрике, короче. Кстати говоря, безумно классное кафе, называется кондитерская Верси. Здесь меню просто супер вообще. Лень дальше листать. Мне сделали айс-латте с мороженым, очень классный. Здесь есть клубничка в шоколаде, кстати, достаточно дешевая. Такие дела. Ну, это город Каспийск. Следующая остановочка. Сафари Спорт. Кстати, достаточно удобное место в том плане, что сейчас там пляж, ну другой, не тот, где мы были, другой пляж. Я к тому, что потом, может быть, пойдем еще на пляж, сразу позагораем, раз уж мы тут. У нас немного перенесли рейс, самолет, поэтому точно уже берем номер, где остановиться. Жаль, я его еще пока не нашла. Ну что, погнали. Че бы с таким видом кататься? Редушечка.
прошлый раз мне реально понадобилось спасать. Он мне просто сказал, куда повернуть руль, чтобы я вывезла. А сейчас я просто отдыхаю, меня спасать не надо, все супер.